приняла решение проголосовать за Лимаева, так как я считаю его. Химию поднял очень хорошо. Ну и город тоже поднял. Я хочу голосовать вот за Лимаева, поскольку мне его фамилия близка. Такие люди вклад делали большой в строительство нашего города. И, в общем, в эпоху вошли. Если не меняется название аэропорта, ему присваивают еще дополнительное имя. Получается, уже аэропорт будет звучать аэропорт Бегишева имени такого-то кандидата. Потому что ни в коем случае название не меняется. Мы только присваиваем имя, как и организаторы. Мы помогаем в организации данного конкурса.